Всем привет. У меня сегодня небольшое пополнение моего металлолома. Мне в этом помогли отзывчивые подписчики и не только. Просто неравнодушные люди подогнали мне сегодня целую кучу всяких ништяков. Вот узлы, фильтры, нижней и верхней боковой полосы от 140-й. Также попали мне в руки целая куча корпусов от различных узлов прибора 1.0. К сожалению, они все выпотрошены, но все это восстановимо. Самое главное, это, конечно, корпуса и крышки. То, чего у меня, в общем-то, не было. В некоторых даже пооставались вон платы. Например, немножко старатели постарались. Вот такая вот коробочка всяческих экранов, блочков. Вот такие вот платы. Такие вот фильтры, колебательная контура. Все это было спасено от дальнейшего разлома. Я думаю, это все пригодится. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Буду признателен вам за любую помощь в виде железа к 155-му приемнику. Всем спасибо. 73, пока-пока.